Российские неофашисты планируют активно участвовать в первомайских шествиях. Соответствующую заявку уже подала праворадикальная партия «Родина». Ее члены присоединятся к акциям в 45 регионах России. Также они намерены устроить протест в поддержку русскоязычного населения Украины возле украинского посольства в Москве. «Родина» активно поддерживает оккупацию Крыма и агрессию России на юго-востоке нашей страны.